Ценность семьи – сокровище нации. Забота, уважение, честность закладываются в семье. В целях повышения семейных ценностей одного из духовных богатств нашего народа в нашей области организован конкурс «Мерейле Отбасы». В проекте приняли участие около 100 образцовых семей региона. Конкурс «Мерейле Отбасы» проводится в стране с 2013 года. С тех пор этот конкурс стал своеобразным мероприятием по пропаганде семейных духовно-нравственных ценностей. В этом году в конкурсе также приняли участие семьи из области Абай. Во дворце бракосочетания были подведены итоги конкурса и награждены призеры. «Мерейле Отбасы» – это национальный проект. Мы собрались, чтобы наградить победителя областного конкурса. Государство начинается с семьи. Большое вам спасибо. Желаю вам крепкого здоровья. Пусть ваши дети растут, а мы всегда будем помогать. В конкурсе приняли участие около 100 семей из 2 городов и 8 районов. На областной этап прошли 20 семей, отобранных по сферам спорт, наука, творчество и искусство. Сегодня у нас в области проводится очередной областной конкурс «Мерейле Отбасы». Этот конкурс «Мерейле Отбасы» с собой подразумевает оккультурование наших традиций, которые наших национальных традиций, поднятие духовно-семейных ценностей, привитие молодежи, культу семьи. Национальный конкурс выиграла семья Досумбаевых из города Аягөз. Пара, ставшая образцом для подражания, вместе уже более 40 лет. Четверо детей семьи работают в правоохранительной сфере. Уважение, человечность, трудолюбие – основные составляющие семьи. Мы благодарны. У нас есть четверо детей. Все наши дети работают в сфере права. Муж тоже работает в той же отрасли. Сейчас он на пенсии. Я думаю, семья должна быть одним целым, уважать друг друга. Мы воспитываем детей в духе национальных традиций. Я была очень удивлена, когда услышала, что мы заняли первое место. Теперь надеюсь, что мы покажем себя на уровне республики. И мы очень этому рады. Второе место заняла семья Тулюгазиновых из Аксуатского района. Третье – семья Кайрат из Курчатова и семья Шапатовых из Семея. Все участники были награждены ценными призами. Обладатель первого места теперь будет представлять область Абай на республиканском конкурсе. Малика Мухтарова, Арайла Малиханова, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».